Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо, об этом сообщает агентство АП со ссылкой на адвоката актера. Ему было 88 лет, пока агентство не уточнило причину смерти. Бельмондо родился в 1933 году в департаменте Сена. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства, после этого начал сценическую карьеру. Большим прорывом Бельмондо стала роль Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании», вышедшем в 1960 году, после которого он стал звездой. Он наиболее известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чачара», «Великолепный», «Отверженные», «Барсалина» и другие.